Саша. А, ну, у меня вроде бы есть написано. Давай. Добрый вечер. Я уже, да, меня зовут Прохор. Я уже был на нескольких митапах, почти на всех митапах присутствовал. Вот. И уже мы набрали себе команду. Вот у нас есть инженер, вот, есть биолог, биотехнолог, дизайнер. Вот, в основном костяк нашей команды – это студенты, которые учатся в магистратуре по цифровому производству в МИСИС, вот, в Фаблабе. В том числе я и Лиза, и я здесь учусь. Ну, также биотехнолог у нас. Да, суть проекта у нас наборчик для сборки для школы, то есть где будут затронуты междисциплинарные знания как по биологии, технологии, программированию, то есть это набор на основе Arduino, который можно будет собрать, подключить и использовать для выращивания растений в своем собственном зеленом уголке небольшом. Вот. Он включает в себя, собственно, модуль контроллера, 4 помпы перистальтических, которые могут подавать компоненты, и диодные сборки с восьмиканальным управлением, которые могут регулироваться, собственно, ну, можно будет получать практически любые эффекты любого спектра. Вот, тому, как там присутствует. Кого мне не хватает все-таки? Вот. Мы сейчас просто вышли, чтобы представить наш проект на хакатоне. Вот, да, у нас, в общем, возможно, нам не хватает именно маркетолога и предпринимателя. Мы уже об этом говорили. Вот, ну, просто вышли для того, чтобы заявить о себе, что вот есть такая команда. Мы не претендуем, наверное, на что-то такое промышленного уровня. Вот, но... Почему нет? Вот. Это надо. Прохор, спасибо. Есть вопросы к Прохору и Лизе? Это вопрос? Да, он такой, да. Уникальный немножко вопрос. У нас на хакатоне работают дружеские поглощения. Кого вы хотите поглотить? Не то, что поглотить, я хочу вам на самом деле предложить лиц. Потому что я вижу у вас ту компетенцию, которую мне сейчас не хватает. Что вы можете предложить? Подождите. Сейчас вот Петр презентует. Спасибо. Еще раз, Прохор, сделайте бейджик себе, хорошо? И вот оформите презентацию, в которой вы образуете команду, если не вольетесь. Вот, пожалуйста, Петр, пожалуйста.